Новогоднее чудо сотворили сами. Мамы особенных детей Балакова решили устроить своим малышам праздник. Но не тихий семейный, а настоящий, шумный, яркий, с подарками и чудесами. В этом им помогли спонсоры, и в итоге получилось очень душевное мероприятие, на котором, кстати, наградили победителей фотоконкурса «Новогоднее чудо». Этот конкурс был объявлен в группе «Кот и Кит», в которой общаются родители особенных детей. А голосовали за конкурсантов все балаковцы. Герои лучших фото получили призы, но без подарков с этого праздника не ушел никто. Нравится название «Молния»? Давайте так, кладем сюда ручку. Кладем ручку. И на счет три громко-громко кричим «Молния». Готовы? Раз, два, три. Молния! Организовать инициативную группу «Кот и Кит» появилась у мам, у которых есть особенные дети, потому что хочется какой-то реализации, хочется внимания, хочется праздников, хочется, чтобы люди в городе знали, что наши дети такие же обычные, и они улыбаются. Вот они радуются жизни, да, какие бы трудности их не ждали. Поэтому возникла идея организовать предновогодний конкурс «Новогоднее чудо». Вот отзывчивые предприниматели и торговые центры помогли нам это все сделать. Большое им спасибо. Выражает благодарность за помощь в организации праздника детскому клубу «Даниэль», торговому центру «Оранж», детской творческой группе «Сити Кидс» и «Фотозоны», а также «Подал лапки». Благодарит информационный спонсор интернет-канал «Балаковский репортер», радиохолдинг «Максмедиа», сайт «Гол-64» «Ранний Прас». А также благодарим радиохолдинг «Максмедиа» за предоставление сувениров и номинацию «Символ года» Сони Попыкиной.